Две активные девушки на площадке, как лучшие подружки. И кто бы мог подумать, что они на самом деле родственницы. Мама Таша и дочка Ангелина танцуют зажигательную зумбу. Рассказывают, для того, чтобы начать, подготовка не нужна. Главное – это позитивный настрой и желание. Под звуки музыки тело само просит движения. Так зачем же сопротивляться? Зумба, она предполагает выплеск. Там мы не только танцуем, еще и там какие-то зажигательные крики издаем. И когда это действительно и в танце, и в звуке выплескиваешь, то прям меняется состояние полностью. Мне кажется, это как раз плюс зумбы, отличие ее от других тренировок, что здесь вот идешь на настроение, на эмоции, поэтому это как-то тянет, заряжает. Плюс, наверное, потому что это не настолько сильная все-таки силовая нагрузка, как другие тренировки. Поэтому вот всем, кому трудно, я советую с танцев начинать. Всем советуем, да, с Самаром движений. И просто лето это... Маленькая жизнь. Создает настроение на площадке инструктор Елена Авакумова. Женщина говорит, во многом успех занятия зависит от тренера. Важно найти того самого, который будет помогать и вдохновлять примером не только свою группу, но и всех вокруг. Потому что кто-то моложе, нужна та энергетика, кто-то работает в силовом направлении и больше нужна энергетика силовая. Так как я всю жизнь в танцах танцую уже чуть более 40 лет, поэтому я все время танцую, у меня все танцевальное. Такие все легкие, лайтовые, такие все девочковые ритмы. Вот, поэтому здесь нет плохих инструкторов, просто все мы очень разные. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. Площадки для тренировок организованы в разных районах города. В парке Гагарина «Самара в движении» организована в зоне стадиона, где сосредоточено наибольшее количество занимающихся. Теперь там установлена дополнительная сцена, подиум для занятий. И с понедельника по пятницу с 17 до 21 часа работают инструкторы фитнес-клубов. Также приобщиться к спорту можно на площади Куйбышева, в парке 50-летия октября и на пляже под Первомайским спуском. Организаторы говорят, тренировкам все возрасты покорны. Очень приятно видеть на площадке, когда вот поколения, они вместе соединяются от маленьких крох, которые тянутся к старшим и смотрят на них, и также вот окунаются в этот спортивный, яркий, здоровый образ жизни. Актуальную информацию и расписание занятий можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Ксения Баканова, Константин Головин. События.